Здравствуйте! Как вы поняли, сегодня речь пойдет об адениумах, о тех, которые мне подарили, о тех, которые я купила, и о тех, которые я вырастила. Ну, начнем с вот этого адениума. Вот этот вот. Если кто-то помнит, он очень красиво цвел. Минутку. У него были цветы на трех ветках. Этот адениум – укорененная ветка. И вот он отцвел и снова собирается зацвести уже на трех других ветках. Причем одна ветвь, минутку, из той команды, которая уже отцвела. Ну, вот это вот она выросла и собралась зацвести. Вон бутоны. Минуточку, поднесу поближе. Вот бутончики. Вот бутончики. И вот собираются бутончики. Не знаю, вот как здесь, еще одна веточка есть. Но очень-очень такой энергичный парень. С любовью к цветению. Как мы уже сказали, он был из укорененной ветки. Вот я его немножко приподняла, так, чтобы на каудекс было похоже немножко. Ну, это не важно. Он все равно очень-очень красивый, очень пышный и очень активный. Вот здесь... Адениум от Леночки из Баку, ну это просто невероятно. Кстати, он опять же поправился. Я замеряла его, ну буквально дней 20 назад он был 14 сантиметров, вот здесь вот. Теперь он 18. А вот это все в 28 сантиметров в объеме. Это что-то невероятное. Кто-то помнит, я его пересаживала, там такая красота. В общем, я его приподняла немного. У него вроде назревают какие-то бутончики, но не знаю. Он активно растит корни. Вот этот вот каудекс растит активно. Я расскажу в конце, чем я их удобряю и как я с ними обращаюсь. Кроме того, что он постоянно находится на солнце. Вот такой вот у нас. Очень пышный парень. У нас здесь бэби-бум, дети рождаются, ну это к счастью, это хорошо, дети должны рождаться, дети должны кричать, дети должны шуметь. Вот посмотрите, это те адениумы, которые я покупала в супермаркете Lidl. Кто живет в Греции, помнит, я рассказывала. Они были, конечно, в ужасном состоянии, горшочек был крайне маленьким, были растения очень зажаты, и в этих супермаркетах очень холодно, там сильно работают кондиционеры. И, в общем, все листья у этих адениумов были пораженными. Вот остался, кажется, один, вот, видите, листик из старых. Все вот это остальное уже новое. Я пересадила их. Все эти адениумы я держу сколько могу на солнце. Сейчас, конечно, на солнце уже уходит не так много. Но часов 8 в день у меня получается 9. И удобряю каждую неделю. Посмотрите, какой красавчик. А вот этот вот, адениум, мне прислала сюрпризы моя любимая подруга из Испании, Альфия. Она их заказала по интернету. И я даже не знала, что она мне его пошлет. И вот представьте, 17 дней шла посылка, он, бедный, сбросил все листья, ну, практически все, вот один остался, вот этот вот. И вот снова выдал, посмотрите, какие красивые курчавые, он совсем другой. Вроде бы он похож, но и цвет каудекса другой, и вот листики такие же, совершенно другие. Посмотрите, кругленькие такие, красивые, невероятно красивые. Альфиюш, еще раз спасибо, посмотри, какой красавчик. Ну, а здесь моя малышня. Здесь есть адениумы, которым 4 месяца. Есть адениум, которому 5 месяцев. Это мой адениум Миракль. И есть адениумы, которым 2 месяца исполнилось 27 числа. И это вот эти адениумы Леночкины. Нет, этот у нас... Простите. Вот они. Это адениумы Леночкины из Леночкиных семян. Посмотрите. Ну, честно говоря, довольно забавное зрелище. Вот этому 4 месяца, а вот этому 2. Ну, хотя, конечно, это же красавец, посмотрите.
Какой? Каудекс. В общем-то, у них практически у всех шикарные каудексы. Посмотрите. Очень такие толстенькие. Вот это посмотрите какой. Вот. По какой-то причине. По какой-то причине у некоторых начали. Такое было впечатление, что не хватает каких-то питательных веществ. Я положила на пробу немного осмокота, пока не делайте такого. Но вроде бы они очень неплохо идут. Вот этот вот, это китайский, который мне прислала, вернее, семена которого прислала Лена Лобачева. Посмотрите, какая корневая. Я его прикопала. Все адениумы я прикапываю до какого-то времени, так мне Леночка сказала, чтобы они развивали красивую корневую и хороший каудекс. Ну, посмотрите. А вот здесь вот очень интересно есть мини-микс. Минутку. Вот он. Простите. У него огромная корневая, посмотрите, какой он. Кстати, второй из той же серии, он намного меньше, но тоже вот такой вот, вот, каудексный. Здесь есть вот вообще очень смешной, посмотрите. Просто вот такой вот бочонок с большой веточкой. Ну, красавчик будет, а? Вот этот мне уронили голуби, я не знаю, что с ними делать. Посмотрите, и упал он вверх ногами, прищемилась. Получилась прищипка, в общем-то. Хотя я не хотела этого делать ни в коем случае. Еще и таким способом. Вот посмотрите, какие адениумы. И что вот интересно, вот эти вот адениумы. Вот эти. Они практически природники. Посмотрите, какие они огромные. Это адениумы. Вот он, посмотрите. Но этот вообще перспективный. Из Леночкиных семян. И они выросли сразу на солнце. Не было никаких ламп, ничего. Вот они. Вот я поставлю свою руку. Посмотрите. 2 месяца вот этому растению. Все-таки солнце для адениумов – это самое главное, что может быть. Спасибо, если вам понравились мои адениумы. Ставьте лайк, если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.